пришел, взялся за дрова пилить. Вот сколько ножовок было бы. Вот одна попала мне. Хорошая. Сначала не хотел брать. Мелкий зуб, думаю, не, вообще негодно будет пилить. Лисица называться. Вот она. Точно лисица въедлива. Главное, быстрых. Конечно, слишком толстый не распилишь в обхват. Но самые такие подручные. Моментально пилить. Я думал, мелкий зуб, так она будет жевать, как это. А ты смотри, она как пилит хорошо. Во. Сегодня волки ходили. Больше ничего не видел. Старый медвежий видел. Прошел. Вот тут недалеко. Но он до этого проходил. Свежих пока не пересек. Ну, небольшой, может, лет 5. Такой. 4-5. Небольшой. Для этого стопора пойдет как раз. Но пока не появляться. Не знаю, что будет. Появится, не появится. Сейчас за водой пойду. Тут вот лед убывать начал. Надо добавлять. Нести его. Правда, без собаки не ахти. Но на всякий случай я тут наладил сигнализацию. Вот гвоздик бил. Вот так баночки вешаю и там настраиваю. О, зацепит, слетит, проснусь. Я тут чайник ставлю вот так вот на палку, чтоб сшибал. Тоже здорово грохочет. Вот так вот. На всякий пожарный. Что-то не лег. Может, выжили его или что ли. Не знаю. Вот так ставлю. Вот. Ну, кто его знает? Откуда он пойдет? Не понять еще. Ну, а там уж потом видно будет, как. Пальму с собой затаскиваешь. Все с собой. Не знаю. Может, не придет, может, пронесет. Конечно, лучше бы пронесло. Чем такой гость среди ночи заявится. Хватит с меня гостей, нафиг они сдались. Не нужны они мне. Но пока не знаю, что вот будет. Вот шомпол для печки. Вот тазик. Голову помыть, ноги помыть. Ну, что-нибудь. Короче, сполоснуться. Бани, конечно, нет у меня, но хотел баню рубить, но вот уже вон там пилят дрова. Так что не знаю. Если начали пилить, они тут все высадят. Нарезали. Все, скоро тайгу вообще сведут. Да нет.